Добрый день! Представляю вам обзор кухонных весов Norman, модель АСК-268, специально для 7745. Максимальная нагрузка для весов 5 кг, цена деления 1 грамм. Есть возможность учета тары, есть возможность учета взвешивания в литрах, граммах и в унциях. Основная задача весов – это взвешивать, поэтому основной интересующий нас критерий – это точность взвешивания весов. Для проверки точности взвешивания весов в граммах была куплена шоколадка. Вот, Аленка, 20 грамм. Мы ее взвесим и посмотрим, сколько она весит. 21 грамм. Ну, получается погрешность 1 грамм. Ну, думаю, не сильно. О, 20 грамм. Видите, стол чуть пошатали. В принципе, хорошая точность весов. Сейчас мы уберем шоколадку и с учетом тары взвесим. Ставим тару нашу. Нажимаем кнопочку «Тара». Так, и кладем нашу шоколадку сюда. 20 грамм. Замечательно. Хорошо. Точность хорошая у весов в отношению к граммам. Так, теперь давайте посмотрим, как оно взвешивает миллилитры. Очень интересно. Очень интересная функция. Тут мы с вами их выключаем тару. Конечно, весы чуть-чуть думают, когда на кнопочки нажимаешь, но, в принципе, я думаю, это допустимо. Выбираем миллилитры. Миллилитры. Так, ставим нашу сейчас тару. Так. Фиксируем ее вес. И наливаем жидкость. Жидкость будем наливать где-то до вот так вот 60. Давайте больше. Ровно 60 миллилитров. 60 миллилитров. Вот, цена деления. Давайте посмотрим, сколько нам они завесили. 55. Ну, погрешность 5 миллилитров. Можем еще чуть подлить, чтобы вес был больше. Посмотрим на большем весе как. Давайте до 120. Опа. 120. Вес показывает 113. Ну, в миллилитрах, конечно, погрешность больше. Ну, я думаю, для обывательских нужд, в принципе, весы неплохие, недорогие. Вот, поэтому могу спокойно вам рекомендовать их. Всего спасибо. Всего хорошего. До свидания.